Наш аквариум является чудом инженерной мысли. Его высота более 23 метров при ширине в 10 метров. Это самый высокий аквариум с лифтом в Европе, единственный в своем роде. Он заполнен миллионами литров морской воды. Путешествуя в нашем лифте, вы почувствуете себя в глубинах океана, под толщей морской воды. Интересно, что при подъеме через каждые 10 метров глубины давление воды будет уменьшаться на одну атмосферу, примерно 1 килограмм на квадратный сантиметр. Ведь мы с вами поднимаемся из глубин. В нашем аквариуме создана уникальная среда, в которой обитают представители подводной фауны южных океанов и морей. Здесь условия для обитания почти 2050 различных видов. Такое разнообразие поистине поражает. Оно, безусловно, достойно крупнейших аквариумов мира. Большую часть составляют обитатели Красного моря, Индийского и Тихого океана. В основном эти рыбы питаются подводными растениями и ракообразными и ведут стайный образ жизни. Однако здесь есть и белоперые, и черноперые акулы, мурен и гигантский группер. Эти рыбы являются хищниками. В природе они создают единую экосистему и мирно сосуществуют, несмотря на различные размеры и видовые особенности. Чтобы создать для наших питомцев среду максимально приближенной к естественной, мы использовали в оформлении аквариума различные окаменелости, водоросли и десятки кораллов. Интересно, что в природе существует свыше 3500 видов кораллов, а в их палитре различают до 350 цветовых оттенков. А вы смотрите, какая плоская. Мы поднимаемся на поверхность, и наше путешествие скоро подойдет к концу. Однако вы сможете понаблюдать за причудливым танцем обитателя аквариума с любого этажа нашего торгового центра, а также увидеть, как кормят рыбу. Обычно это происходит в 3 часа дня. Надеемся, что вы станете частыми гостями торгово-развлекательного центра «Океан» и еще не раз совершите с нами неповторимые подводные путешествия. А это похоже на алкоголь. Ну хорошо. Путешествие. Девушки.